деревьев предо мной возник путь с впечатляющей массивной каменной дорогой. Статуи древних животных охраняли вход в мавзолей короля, словно охраняли мои воспоминания. Да, я знаю, это здесь. Я не могла скрыть своей радости и волнения. Все было таким, как я помнила. Путешествие с семьей по этой каменистой дороге, мой отец забрался на самый высокий камень, чтобы более внимательно слушать рассказы моей матери о каждом камне этих развалин. Я шла вперед и дотрагивалась до каждого камня, что как будто бы сказать им хотела, и я вернулась. И я вернулась. Наконец-то я это произнесла. С возвращением. Маленькая девочка слегка опиралась мне на спину и играючи взяла меня за руку. Она улыбнулась мне с гордостью. Она выглядела так, как милое животное, которое хочет получить лакомство в награду. Веди меня и дальше, и огромное тебе спасибо. После этого я коснулась головы девочки. Если честно, я не имею привычки касаться волос других девочек. Да и сама не выношу, когда меня кто-нибудь гладит за волосы. Но я не могла себя сдержать. Она выглядит так мило. Ой, прости, тебе неприятно? Она кивнула и подошла ко мне ближе. Неужели ей это понравилось? Все-таки это место очень изменилось за столько лет. Я не помню, чтобы раньше здесь было так чисто. Статуи не были огорожены каменной оградой, а дорога не была такой гладкой. Что достаточно важно, как помню, тут все должно быть в золотисто-коричневых тонах. Скорее всего, тогда была осень. Тут занимались реставрацией? Да, в конце концов, это часть всемирного культурного наследия. Всемирное культурное наследие? Это дорога как к мавзолею Мин Сяолин. А можно нажать же. Священная гробница императора Джу Яньчжан. Что будет? А, здрасте, ты меня еще в интернет выводишь. Мавзолей Сяолин. Буквально минская гробница почитания родителей. Мавзолей Джу Юньчжао, императора Ханью, основателя династии Мин в Нинкине, скульптурно-архитектурный комплекс конца 14-го, начала 15-х веков с отделениями более поздними дополнениями и изменениями. Один из компонентов памятника всемирного наследия. Так, понятно. Это же фотки есть настоящие. Надо же. Ребят, кому будет интересна вот какая-то такая вот история, я, как бы китайская, я так понимаю. Божественный путь, Селин, слоны. Вот слоны даже эти есть. Вот они, да. Прикольно. Ништяк, слушайте. Знаете что, вот если вдруг захотите вот во что-нибудь пошпилить, так, ну, вообще имею в виду, что-то историю такую интересную узнать. Вот, эта игра для вас. Интересная. То есть, как бы, ну, для любителей аниме, Китая, Япония, культуры, это классно. Полезная информация. Хоть я и китаянка, но мне ничего не известно об этом. Прямо со входа можно увидеть льва, седжи, верблюда, слона, целин и лошадиные статуи. Что за седжи? Это разновидность животного с одним рогом. А, единорог я такой. Я удивлена, что Хиджа знает столько много всего. Хе-хе-хе, вообще-то Сенджи очень близко ко мне. Например, его очки, его длинные волосы, он мне как брат. А? Ничего, забудь. Если кратко, то сейчас это известное на весь мир туристическое место. Это прикольно, не правда ли? Впервые, честно говоря, слышу. Маленькая девочка говорила с гордостью, представляя свой родной край. Она настолько серьезна, что мне захотелось ее подразнить. Слушайте, а вдруг мало ли кто захочет поехать? Кстати, ну навряд ли. Я не выездной. Ну, может быть, когда-нибудь даже и сюда съезжу, почему нет? Всемирно известная туристическая достопримечательность? Без единого человека вокруг? Это, наверное, потому что сегодня слишком холодно. Хера себе холодно.
Не найдя, что сказать лучше этого, Хиджа немного взволновалась. Нет туристов, магазин закрыт, и я почти не умерла тут от жажды. Это потому что недавно у тети Ван родился ребенок, и тетя ушла к... Услышав такие подробности от Хиджа, я чуть не умерла от смеха. Выходит, что сейчас это место принадлежит только нам двоим? Да. Глаза Хиджа засияли, и она очень обрадовалась этому. Круто! Отличное наблюдение с твоей стороны. Ты очень интересный человек. После этого я намеренно погладила голову Хиджа. Вот тут одни. Интересно. И ей это очень понравилось. Место, где гробница императора пролежала тихо в горах сотни лет, стало таким красивым. Нам повезло, что в этом путешествии мы только вдвоем. Очень повезло. Держи. Спасибо, это очень мило с твоей стороны. Я немного смутилась после того, как получила очень вкусный фруктовый лед. Ерунда, я могу купить одно и получить одно в подарок, сказала Хиджа и взяла холодный фруктовый лед в свои руки. Может, это слишком прямо, но она похожа на котенка, который ест маленькими кусочками. Покупаешь один и получаешь один в подарок? И получить один в подарок – это специальное предложение, прямо только для меня. Я посмотрела на цены. Фруктовый лед стоит тут дороже в два раза по сравнению с его обычными ценами в городе. После того, как прошли мимо дороги со статуями, слева от синтоистического храма Хиджа сказала, что хочет пить. И она покажет мне одну необычную лавку товаров. То есть, все-таки кто-то здесь еще есть. То есть, магазины работают. Мороженое же вы купили. В результате мы сели есть фруктовый лед на дороге рядом со сломанной тележкой. Это и была та самая необычная лавка с товарами. Интересно, как место, которое входит в часть всемирного культурного наследия, могло докатиться до такого? Очень хороший фруктовый лед, хоть я и не встречал этой марки уже много лет. Вот оно вот все время там и лежало, ждало, пока вы его съедите. Как будто фруктовый лед этой марки тоже относился к всемирному культурному наследию. Интересненько. Покушать присели, да? Языки показывайте, другая, типа покрасился, мороженое. Маленькой девочке, кажется, нравится останавливаться. И чего делать? И всасываться в верхушку фруктового льда. Маленькой девочке, кажется, нравится останавливаться и всасываться в верхушку фруктового льда, блин. И ты специально так делаешь? Смотря на нее, я не могу удержаться от смеха на этом натуре. Эй, а сестренка не знает? Что она может о тебе знать? Она смотрит на меня с удивлением, в то время как фруктовый лед все еще у нее во рту. Чем сильнее ты будешь сосать, тем слаще будет. Ну да, да. Да. Согласен. Сильнее, давай. Соси. Она посмотрела на меня серьезно, ожидая моего ответа. Юмли. Ай, блин. Сильно сосать его. Не гони, так мутить, да не гони. Давай, то сегодня куплю мороженое, блин, пойду. И буду его сосать, блин. Да, блин, сосать, ты знаешь, да, что я буду делать. Тогда девочка показала мне еще раз, как правильно сосать. Ай, блин. Да не, да ну нафиг. Я понимаю, что это как бы в пользу поколения, то есть читая бы вот эти вот приколы, ну не знаю, лет в 6, наверное. Ну, не приколы, я имею в виду именно конкретно этот текст, наверное. Ну, как в лет 6, ну, может даже, наверное, лет в 10.
то я бы прочитал нормально, и было как-то пофигу. Но сейчас, зная очень много всякого фигни, как бы туда-сюда, очень становится смешно. Да-да, девочка показала мне еще раз, как правильно сосать. За ней интересно наблюдать. Блин, тут бы вставочки повставлять, но я лучше не буду этого делать. В таком случае я тоже. Сука. Ребята, не гоните. Такие вы драконы, конечно, очкастые. Под примерным присмотром девочки. Она еще присматривала, слушай, давай вот так с подворотом, с подхватом, давай, с кручением, верчением. Угу. Под примерным присмотром девочки я старалась... Чего? Заглатывать и сосать только верхушку льда? Заглатывать. Блин, я не могу. Лед действительно казался слаще. Главное заглотнуть. О, и правда. Это сказочно. Девочка подняла на меня глаза и, как бы гордясь собой, стала сосать еще быстрее. Сука. Ай, блин, ну не гони. Ой. Да. Вот это шутки, да. Не то, что я шучу, не то, что я. Согласен. Тут уровень повыше. Как бы гордясь собой стал. Давай на перегонки, а? Кто быстрее палочку осушит? А у вас с начинками мороженое какое-то? Нет, там, знаете, бывает мороженое со сгущенкой, в натуре говорят. Каким-то чем брызнет, знаете, на руки там, на мышное лицо попадет чуть. Прям как кошка. Ну это вообще изврат. Еще неку-неку, да? Если так есть, то фруктовый лед может стать безвкусным. Почему? Я показала на верхушку ее мороженого. Красочный фруктовый лед стал обычным, бесцветным. Не нужно думать, просто наслаждайся. Правильно, расслабься, все само пойдет. Она так хорошо чего ты сделала? Вылезла верхушку, господи. Что когда она коснулась чистого льда, ее щеки покраснели от холода, а изо рта пошел пар. Нифига ты натерла. До пара. Горит. С тобой все в порядке? Хорошо, холодит. Будь осторожна. Куда сестренка желает пойти дальше? О! Надо же. Грузи тебя, это нехорошо. Все в порядке. Весь день сегодня я буду твоим гидом, сестренка. Тогда я очень благодарна тебе. Я думаю, в этом ничего нет плохого. Я помню место, где прямо посреди леса, знаешь, была вода. Правда, я не помню, был ли это ручей или озерцо. Улыбка с лица Хиджа пропала, и она серьезно задумалась. Этого достаточно, или это слишком абстрактно? В конце концов, что-то такое, наверное, здесь часто встречается. Чепуха, вообще-то я знаю где. Я слышала где. Она... Похоже, ты не знаешь где. По ее лицу можно сказать, что она имеет какое-то представление, но сомневается. Нет, вообще-то нет, просто есть несколько таких мест. Тогда пошли посмотрим. Пошли, вот сюда. Ага. О, нет, нам туда. Сюда? Да, оно должно быть где-то тут. А с какой стороны? Хиджа стала ходить кругами. Я поняла, с этой стороны, пошли. Эй, подожди меня. Мост? Кто, блин? Ла-ли-ла, ру-ри-ру, ту-ту-ту-ту, ла-ри-ру-ру-ру-ру. Мы продолжили наш путь под звуки приятной мелодии, которую напевала девочка. Это самый удобный путь, чтобы подняться с горы летом. Мы шли вдвоем по дороге, пролегающей вдоль гор. А если говорить не так масштабно, то мы шли по деревянному мосту, построенному в лесу.
Мост был построен таким не специально, но факт в том, что сейчас такой мост защищает редкие горные растения от туристов. Идти в лесу по деревянному мосту, в этом есть что-то романтическое. Эй! Я задумалась, а девочка в это время запрыгнула на перила моста. Она нашла баланс и пошла вперед по перилам моста. Будь осторожна, ведь так идти очень опасно. Не беспокойся, я хорошо держу равновесие. После этого она повернулась кругом. Смотри, я тут хожу каждый день. Для меня это ерунда. Тебе приходится здесь ходить каждый день? Да, это самый короткий путь к дедушке Сюэ, к которому я хожу на обед. Дедушка Сюэ? Если основываться на моих предыдущих предположениях, то, скорее всего, он один из смотрителей здесь. Небольшой магазин, стенд с мороженым, еще и небольшой ресторан. Должно быть трудно вести бизнес в таких немноголюдных горах. Во! Что такое? Я забыла, сегодня закрыто у дядушки Сюэ. Что же делать? Я хотела зайти к нему на обед. Эй, то есть у него и правда ресторан? Блин, я думала, что никаких проблем не будет. Думала, что... Говорят, Ахиджа занервничала. А, смотри за собой. Не успела я договорить, как маленькая... Соскользнула. Держись! Все, трындец. Я схватила девочку и вытащила ее снова на мост. Она выглядит ослабленной и затуманенной. Эй, ты как? Все в порядке? Шо? Лен Минь. Короткая плоская лапша. А, ты жратьки хочешь? Нямки-нямки, жрамки, ном-ном-номский. Лен Минь? Холодненькая лапшичка дедушки Сюэ. Я беззащитна перед... После этого Хинжа снова зашатала вниз. Ты сегодня не кушала? В полдень. Вообще-то я встретилась с тобой раньше. Нам было весело, и я его просто пропустила. Эй, а ты в порядке? Да, но я так голодна, что я сейчас готова съесть 5 кроликов. Пират, кого ты жрать собралась? Каких кроликов? Не надо кроликов жрать. Это ужасно, ты же не лисица. Ее взгляд пришел в норму, и тут я вспомнила, что приготовила кое-что в дорогу. Но из-за жажды мне было не до еды, потому мои припасы остались целы. Ах, зайчьи ушки, самые... Похоже, от голода Хинжа начинает сходить с ума. У меня кое-что припасено, хочешь попробовать? Правда? Маленькая девочка вдруг взволновалась, и ее затуманенные глаза вновь заблистали надеждой. Это не самая вкусная вещь, скорее, только чтобы забить чем-то желудок. Это кролик? Нет, это не так ужасно. Мои контейнеры с ланчем плотно забиты. Там нарезанный хлеб, ломтики ветчины, жареные яйца и листья салата. Нормальный английский завтрак, чё ты, блин? Между прочим, да, на самом деле это мои домашние сэндвичи. О, выглядит красиво. Хоть бутерброды и потрескались... Чего, блин? Протряслись? Понял. Протряслись везде в моем рюкзаке. Они выглядят достаточно достойно. Вот они. Я выбрал тот, который выглядел получше, как раз который хотела Хиджа, и дала ей, что смутила маленькую девочку. Сделала сама. Не факт, что это вкусно. Попробуешь? Правда? Можно? Сука, тебе дают, тебе что, в рот засунуть или разжевать, проглотить за тебя? Да, тем более это все равно много для меня одной. Спасибо, ты не оставишь мне выбора. Хиджа взяла сэндвич и облокотилась на перила. Она внимательно посмотрела на еду в ее руках, понюхала и стала кушать со счастливым лицом. Этот сэндвич выглядит великаном в ее маленьких руках. Как вкусно, как няшно. Блин, что-то пожрать захотелось. Она откусила кусочек бутербродика. И наступила картина счастья. Девочка стала постукивать ногой по перилам в такт, словно милая зверушка, которая хлопает хвостом в знак благодарности. Как тебе? Вкуснотища! Я была рада видеть счастливое лицо девочки. Казалось, что сейчас цветы начнут распускаться. Я чувствовала, что у тебя есть что-то из еды, и всегда знала, что у сестрицы очень хороший вкус.
Так вот они какие, эти спрятанные вкусности. Тебе правда понравилось? Я посмотрел на Хиджа и тоже откусил немного своего сэндвича. Вообще-то, мои с гордостью сделанные сэндвичи были так себе. После целого дня жары хлеб в контейнере немного размяк. Но вместе с улыбающимся Хиджа, даже обычная еда кажется вкусной. Может, у тебя есть еще? Ты уже съела этот? Ты быстро. Я достал еще один и дала девочке. Так, а этот со свининкой? И этот она съела с удовольствием и снова в такт хвостом по перилам. То есть ногой. Как оно? Так же вкусно, как и лапша дедушки Сюэ. Для начала дожуй до конца. Ням-ням. Девочка кивнула и продолжила жевать. Вроде у нее маленький рот, как только она может так быстро есть. Я продолжил наслаждаться видом Хиджа, медленно продолжая есть свой бутерброд. Маленький рот, и помнишь, как она сосала, не? Через несколько минут она закончила. Она облизнула губы и даже пальцы. Так неприлично. И так вкусно. А что, и куда? Я об себя вытираю, что ли? После этого я точно счастлива. Пошли. Я позвала девочку к себе и достала упаковку с влажными салфетками. Вытащила одну и дала Хиджа. Ну тогда ладно, блин. Бьешь по-больному. Она вытерла со своего рта крошки, а после аккуратно обтерла обсосанные пальцы. Она любит сосать, я так и понял. Это Хиджа любит сосать. Ее пальцы тонкие и белые. Кажется, что они могли... Какие, блин, белые? В чем они? Они могли бы сломаться даже от прикосновения. На самом деле она очень послушная девочка, и похоже она все еще находится под впечатлением от сэндвичей. Я как заново родилась, теперь я чувствую себя освеженной. Даже не знаю, что ее освежило, сэндвичи или влажные салфетки. Мы отдохнули, убрали за собой и продолжили наше путешествие.